большой привет, меня зовут Наташа, я очень рада видеть всех на своем канале. И на самом деле мне даже немножко стыдно, потому что я столько много времени не выкладывала свои видосы. И у меня на самом деле были на то веские причины, и я очень рада, что все разрулилось, что никаких проблем нету. И я могу теперь выкладывать видео в своем прежнем режиме, который у меня, собственно говоря, и был. Вот, поэтому с сегодняшнего дня мы снова стартуем. И впереди у нас видео про покупки, про то, что понравилось в июне, в мае. Блин, так я затянула, конечно, но что есть, то есть. Вот. И также у нас видео про вечеринку в Тюнинг-ателье, это в Элскиле. Вот, собственно, наверное, и все. А сегодня я хочу вам показать влог, который у меня я снимала на протяжении июля, то есть там какие-то отрывки. На самом деле, июль прикольный получился, на события тоже очень-очень прикольный такой, вот. И я думаю, вам понравится. Так что смотрим. Итак, всем доброе утро. Сейчас в Москве у нас примерно 5 утра где-то, наверное. И мы таким образом встречаем сочинский синдром. Да, вот такой вот, именно сочинский синдром. Грубо говоря, это циклон, который пришел из Сочи, где там все-все-все подтопило. Ну, соответственно, я вам поснимаю и покажу, если у нас затопит, то, конечно же, это тоже засниму и выложу на свой канал. Всех подальше, чтобы была возможность записать хоть какую-то часть видео, потому что народу очень много, и ну как-то не знаю, я не привыкла вот так. В общем, я нахожусь в Солнечногорске. Опс! Ой, тут какое-то животное лежит. О, я мимо. О, всем привет, я на даче. Вот, играем.
Всем привет! Я сегодня очень сильно таскаюсь по Москве, поэтому хочу вам также показать одно место, где у нас строится Ледовый дворец. Вот, там раньше был цирк, мне там очень нравилось тусить, потому что там были лошадки. Блин, а теперь там нет лошадок, вот, сейчас покажу. Друзья, я еду сейчас к своей знакомой очень хорошей, но я никак не могу доехать, потому что я не знаю, как доехать отсюда вверх. И если я узнаю, как доехать отсюда вверх, то все будет просто классно. Вообще, если у вас вдруг плохое настроение или вы не знаете, чем себя занять, купите лошадь, потому что с лошадью всегда веселее по жизни. И вообще, я не знаю, зачем эти фразы сейчас говорю, но на самом деле лошадь — это всегда прикольно. Если вам нечем заняться или вы не знаете, куда сходить, вы можете выгулить эту самую прикольную лошадь. Почему нет? Все выгуливают собак, вы выгуливаете лошадь. Это же здорово. Ты меня достала, вот, ты знаешь, вот стоишь как дура там. На этом видео заканчивается, я надеюсь, что хоть капля вам понравилось, и я вам желаю остаток лета провести просто вот так вот, чтобы было что вспомнить. Я надеюсь, что вы отдыхаете замечательно, дачи, моря там, даже если сидите в Москве или в других городах России, да, я не считаю, что плохо сидеть дома и чем-то заниматься. Поэтому я сейчас тоже пойду гулять, видите, какая погода, говорят, дождь снова будет. Собственно, это видео и было о том, чем можно было заняться в дождь. Как видите, в дождь я завела себе лошадь. Ну, как бы да, это очень странное решение было, поэтому мы здесь с кобылой живем теперь вместе. Ну, еще кот у нас есть, да. Так что мы втроем живем, кобыла, кот и я, собственно, да, вот так вот. Всех очень люблю, всегда ваш Игромонтаж, пока. Да и вообще, если вдруг вам стало скучно, заведите лошадь.